Всем привет! Пришла наконец-то у нас посылочка из Германии от РН за конкурс «Второе место». Сейчас мы будем распаковывать. У нас блокнот. Убирай. Это у нас фонарик, игрушка. Мармеладки. Чупа-чупсы. Сумочка. Вау, какая сумочка, круто. Что там еще, Машеньке, за конкурс? Плачушка такое. Так, давай. Фломастеры. Карандаши. У-у-у. Спасибо, РН, большое. Гуашь. Еще гуашь. Это у нас для подделок всякие вот штучки. Да, с глазками, ребятки. Конфетки, леденцы такие. Еще гуашь. Спасибо. Мармеладки. А что это у нас, Машеньке? Картину делать вот такую вот по номерам. Карандаши. А это что, Маш? Какой-то Спанч Боб. А это? Тоже Спанч Боб какой-то. Это Миньон. 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 А это что? И... Раскраска. Раскраска, ребятки. Маша рада? Да, Ирен, спасибо большое тебе. Спасибо большое, Ирен, за конкурс. За конкурс спасибо большое. Не знаю, нет слов. Это очень приятно, ребятки. Мы обязательно очень подписывайтесь на Ирен. Пришла посылочка из Германии. Вот. Ребенку за второе место. Спасибо.